ногу подзавалили, оперлись на стенку. Все, распорочку сделали, ногу подальше от педали только поставьте свободную, которая на асфальте стоит. Потому что если начнете ее поднимать, стукнетесь о педаль. Подальше, в 10 сантиметров. Как... Вот, 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 отлично, блестяще. Теперь мы уперли стеночку, да? Нога у нас подсогнута, то есть колесо нам ногу не выломает. Правильно туда, к стенке? Все, и спокойно зашагиваем на педальку. Можем... Вот куда она у нас переходит? Мы соскальзываем с педали? Ну, поэтому сделали, ногу согнули, колено подзавалили. Может, Кого? Кого кончиком просто? Вот, все, подзавалили, чтобы оно вертикально стояло. Куда оно из-под нас уехало? За ручку берем. Вот, все, аккуратно. Теперь, чтобы оно включилось, нужно отпустить ручку. Все, отлично. Отлично. Может быть, поближе к стенке надо подъехать, а то что-то расстояние у вас. Да, все, вот теперь боком. За ручку не берем. За ручку берем только, если оно падает. Ногу отставили от педали подальше, чтобы не получить педалью по ноге. Понятно, да? Теперь уперлись в стену, уперлись в колесо и попробовали поотрывать ногу от асфальта. Да, отрываем, отрываем, ничего страшного нету. Распорка есть, распорка есть. Все, не надо ерзать сейчас. Сейчас надо просто встать на колесо и все. Да, просто зашагнуть и все. Но для этого надо упереть руку в стену, ногу в колесо. Да, да, не надо ерзать вперед-назад. Просто зашагнуть, зашагнуть. Нога ровно стоит на педали или она свешивается у нас? Так надо ровно поставить. Почему она на пятке-то стоит? Целиком, ровно, ровно. Нет, почему у нас носок свешивается? Вот целиком, это же педаль сделана под ногу. Вторую ногу убрали от колеса, чтобы педалью не получить. Встали поближе к стенке, чтобы распорка была боком. Но не так близко, наверное. Все, вот теперь уверенно нога стоит. А почему она до этого на пятке-то там стояла? Педаль устойчивая, устойчивая. Вот педаль, вот как нога. Все, по-ровному. Уперлись в стенку, нога рядом. Не надо на педаль зашагивать, просто поотрывайте ее от асфальта. Нет, так это ближе к этой самой, чем ближе к стенке. Чем ближе к стенке, тем сложнее вам будет держаться. Вам надо упереться в стенку, опереться на нее. Понимаете, если отсюда выравниваю, я делаю... Попробуйте, попробуйте. Я говорю, будет неудобно. Вы будете отталкиваться от стенки, и вас будет от стенки валить сюда. Я знаю. Надо упор, чтобы был, чтобы мы держались на ноге, которая на колесе, и на руке, которая на стене. Скажите, а переставлять, вот я встану, переставлять... Не надо сейчас думать, делайте то, что я говорю. Если что, шагнули и все. Просто поднимайте ногу, никуда колесо из-под вас не уедет. Просто поднимайте ногу, отрывайте, 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 как надоест, поставьте на педаль. Я боюсь, Так держимся за стенку и уперлись в колесо, все. Все, мы же уперлись. Можно встать, да можно, конечно, можно встать, можно, да. Только не на пятку, вот неровно встали. Можно шагнуть опять и опять поставить, или поерзать. Надо ровно ногу поставить. Только смотрите, ногу с педали снимаем так, чтобы на 10 сантиметров, так, чтобы педалью не получить по ноге, понятно? Все, все, можно зашагивать, чего? Ну, поправьте, конечно, поправьте. Да, 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 да. Все, подсогните просто, выпрямитесь, выпрямитесь сейчас сами, упритесь в стену. Вот точка опоры на стену есть, на колесо, колено подсогните, подуприте его сюда, в распор. Вот подзавалите колесо, оно вам ногу выламывает, вот. И теперь вы спокойно зашагнете на педаль. Все, в этом нет ничего сложного. Все, выпрямились, оперлись о стену, ноги выровняли. Держимся спокойно за стенку. Спокойно держимся за стенку и ерзаем вперед-назад короткими движениями. Все, не надо ездить, не надо держать равновесие. Упритесь в стену ладошкой, вот просто держитесь за стену и ерзайте вперед-назад. Жик-жик, жик-жик, жик-жик. Да, 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 короткие движения, да, 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 да. Ехать никуда не надо, просто упритесь в стену ладошкой либо локтем, как удобно. И делаем вперед-назад. Да, да, вперед-назад, да, коротенькие движения такие делаем. Коленями выпрямились, колени подсогнуты, куда мы поехали, ногу составьте, не надо никуда ехать, нужно стоять и ерзать вдоль стены, понятно? Она не едет, нет, не она сама едет, это вы им управляете.
Она сама, если вы ее поставите, будет стоять ровно. Ногу подсогнули, в стенку уперли. Все хорошо, да, здесь горочка небольшая, ничего страшного. Все, так уперли стену, не надо, держимся за стену, не надо пытаться ехать, понятно? Держимся за стену, и ерзай вперед-назад. Все. Вот, да, все. Все, вот правильно, так и делаем. Ерзаем, короткие движения, короткие, да. Вперед-назад. Да, отлично, просто до автоматизма доводим. Ерзаем. Резко не надо. Жик. Вот такой ритм, окей? Уперлись просто в стену. Все, и делаем. Жик. Не надо разворачиваться вдоль стеночки. Можно отъехать подольше, подальше от стены. Что такое? Ногами проворачиваем, чего? Не надо, вот этого вот не надо. Вперед-назад, как девушку, да? В молодости, все то же самое. Вперед-назад, да. Только спина ровная, а колени чуть подсогнуты. Все, да, вот. И ерзаем, все. Из-за того, что движение непривычно, у нас ноги начинают затекать. Мы начинаем что-то бояться или волноваться. Какие ощущения сейчас? Ну, ерзаем вперед-назад. Я просто боюсь равновесия потерять. А какое равновесие? Мы в стенку уперлись. Какое равновесие? Вот это вот. А это оно держит само. Колесо держит за вас. Это не вы держите, это оно держит. Понятно? Это как на велосипеде. Вы держите за стенку и ерзаете вперед-назад. Колесо держит вас. Надо, наверное, чуть подальше от стенки. Можно сейчас двумя руками опереться и развернуться в другую сторону. Проворачиваем колесо. Проворачиваем ногами. Да. Проворачиваем. Да. Так, какая у нас спортивная подготовка? Велосипед? Да. Ёрзаем. А сколько на велосипеде занимались? С детства. Надо выпрямиться. Надо спину выпрямить и ёрзать продолжать, да. Сейчас по-другому чуть-чуть ерзается, потому что горка-то в другую сторону, да? Но колесо оно компенсирует. Как так? Потому что вы да, проедете вперед, чего вдоль стеночки вон. Я хочу вперед. Нет, не я сказал. Вы для этого для автоматизма нарабатываете. Я понял. Я немножко нажал на педальки. Вот смотрите, когда вы делаете вперед, оно вперед. Когда назад, назад. Вот вы сейчас до автоматизма доводите управление колесом. Только надо выпрямиться, и все, колени подсогнуты и ерзаем. Да. Ощущение педалей. Да. Педали, да. Я да. Раз ими управляю. Вот это мне кажется главное. Да, а совершенно я верно. Знаю, что я должен делать. Я все, должен... совершенно верно. Отрабатываем. Болтаемся. Когда ноги устанут, скажите, сильно не надо вперед-назад. Нет, она не устали, это хорошо. Я предлагаю сейчас походить тогда. Как? Ну вот как одноногий пират. Помните, как я? Сейчас смотрите, уперли стеночку, да? Одна нога подсогнута, вторая спокойно соступает. Вот это, да? Любая, которой вам удобно. Одна нога подсогнута, держит колесико, рука уперлась к стену, а вторая нога сшагивает просто. С другой ногой сшагните, какой удобней. Никуда не соскользнете, вы же опять-таки держитесь за стену и уперли колесо в ногу. Поэтому никуда соскользнуть. Одна нога сшагивает, да, только подальше от педали, да. Все, страшно очень. Все, а теперь как одноногий пират за мной. Только помним, да, нога сбоку и в 10 сантиметрах. Да, не спеша, спешить не надо. Вот именно, вот лучше вас еще никто не делал. Все, да, и подшагиваем так. Нет, за мной. Без спешки, спешка не... Да, и ковыляем. Да, так поправьте. Соскальзывает потому, что мы мало ногу подсогнули, она нам выдавливает ногу. Нам для того, чтобы не выдавливало, как раз и надо это упражнение. Вот, можно наклонить, да, все, чтобы комфортно было. И без спешки. Отлично, босоножки классно. Классно босоножки. Хотите попробовать на другой ноге и сразу поймете, какая нога у вас толчковая. Попробуем на другой ноге. А спокойно, нет, рукой придержите колесо. Спокойно. Когда за ручку возьмем, оно выключится. Одну ногу поставили на асфальт, вторую убрали. Да, отставили от педали, теперь поставили эту ногу. Да, подзавалили колесо, чтобы оно ногу не выламывало. Подзавалили, да. Да, и опять-таки, как шагаем, опять ко мне.
Ну, не быстро, медленно, медленно. Медленно. Вот. И как, на какой удобней? На той или на этой? Потому что здесь люди делятся. Они говорят, что толчковая нога, с толчковой ноги все-таки удобнее зашагивать. Толчковая нога, я не могу понять, какая. Примерно одинаковая? То есть одинаково комфортно, что так, что так. Давайте на другой попробуем, чтобы понять, на какой все-таки комфортнее. И у нас все уже, первое упражнение закончилось, и мы уже поедем скоро-скоро. Без спешки делаем. Без спешки, да, спешить не надо. На какой удобнее? В принципе, и там, и там. И там все одинаково, абсолютно, да? Я в футбол, если играю, так я бью и там, и правый, и правый, и левый. То есть спортивная подготовка есть. Велосипедом занимались, но профессионально не занимались, наверное. Нет, профессионально. А теперь попробуем к стеночке подойти и опять встать и поерзать вперед-назад, если ноги не устали. Нет, конечно. Без спешки, без спешки. Уперлись в стенку, да, уперлись в стенку. Ногой придерживаем колесо, да, уперли колесо и в стенку. Да, да, без спешки. Выпрямились, выпрямились, только колени подсогнуты. И ерзаем вперед-назад. Да, блестяще, великолепно. То есть надо держать вверх. Ну, просто чтобы, когда мы сутулимся, у нас вообще все путается. А ноги чуть подсогнуты. И ерзаем. Но пока у нас веса хватает, чтобы просто ногами двигать, да? Допустим, если бы это ребенок был, ему бы приходилось там всем весом, да, корпусом. А так движением ног мы просто спокойно переносим центр тяжести, да, и оказываем давление на педали, правильно? Да, чтобы, так сказать... Сейчас главное расслабиться. Работать ногами. И ерзать. Они в основном управляют, да? Отлично, да, да. Управляет, конечно, голова, но через ноги. Через нижнюю половину. Да, 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 ерзаем. Но мы можем и верхней управлять, когда там надо сильно очень втопить, там еще что-то, надо всем телом уже помогать. Ёрзаем. А почему нас повело куда-то назад? А я специально отъезжаю, чтобы где пар... Вот, составили и все, ничего страшного. Все, передышка, передышка. Ну, в принципе, я не очень... Нам полных лет? 68. 68, у нас рекорд пока. Нет, ну я путинский одногодок, мы с Путиным одногодки. Ну все. Так что считайте, что... Путин у нас на колесо уже вставал, да. Теперь его одногодок станет. 68 лет, если обалдеть. Вставал. Там видео у меня есть. Ногу отставьте, отставить от педали надо, главное, да? Вот, да. Сейчас уперлись. В стенку спокойно, абсолютно уперлись. Можем подойти там, где асфальт ровный, если это бесит. Если неровный бесит асфальт. Да, тут уже без разницы. Колесо компенсирует. Уперлись в стенку абсолютно спокойно. Подзавалили ногу, да. Можно переставить, если неровно поставили, переставить. Выпрями. Надо выпрямиться и держаться за стенку обязательно. Хочется зажать. То есть удобнее, когда зажато, да? Да, когда вот все зажато, отлично. Тогда я все отлично. Только держимся за стенку, держимся, не пытаемся ехать. Теперь развернули ногами, да. Вот как мы будем ерзать на месте, так развернули ногами. Боком встали к стене и поерзаем. Сейчас мы отработаем. У нас идет уже такая 12-я минутка. Так, надо выпрямить. Осанку выпрямить, ерзать ногами, спокойно. И просто ерзаем, да, автоматизма. Ерзаем, ездить не надо. Просто ерзаем. Не сильно, не сильно. Надо выпрямиться. Выпрямиться. Колесо очень держит осанку хорошо. Да, и вот прижать немножко, чтобы. Ну, можно прижать. Не сейчас, когда вы стоите. Вы можете просто как на платформе стоять. Никуда она не денется из-под вас. Надо будет зажимать ножками, возможно, из-за того, что босоножки, да? Да. Только когда будем ерзать. Вправо-влево, да? Да, то есть когда она вот не очень контактирует, да. С педалью. Да, да, да. Ну, да, вот сейчас пару моментов было, когда мозг отключается и начинает подсознание работать. Когда нас передергивает уже так, топ, мы что-то забыли. Пару раз так должно случиться, и мы спокойно уже тронемся и поедем. Без спешки, без спешки. Это просто нарабатывает автоматизм. Как мы, когда едем на автомобиле, мы... В автомате включаем поворотник. Нам надо в автомате сейчас научиться командовать вперед и назад. Но при этом осанка должна быть прямая. Понятно. Все хорошо. Да. Такая. Да, да, конечно. Чтоб ровненькое, чтобы спина не болела. Чтобы было хорошо. Все, отлично. Как насчет поподшагивать? Да. Поподшагивать, да. Одну ногу спокойно, ногу в колесо уперли, а вторую ногу сняли. Да, только отставляем ногу. Не надо, чтобы падало колесо, да? Одна нога ее держит. Одну составляю. За стенку уже держаться не надо. Все, и спокойно шагаем. Только педаль держим дальше от ноги. Вот так вот. Да.
Да, да, вот на таком расстоянии мы все, и да, без спешки. Без спешки. Если что, можно зашагнуть и снова составить. Ничего страшного не случится. Расстояние вот такое. И запомните, пока ваша нога в воздухе, по большому счету, вы едете. Нет, так понятно, съезжает, потому что вы еще не привыкли. Не привыкли, надо завалить. Оно, понимаете, оно выламывает вам ногу. Знаете почему? Потому что колено к центру мы не сделали. Не завалили колесо. Надо завалить его. Завалить, держать. Держать его, да, но не так сильно. Вторую ногу подальше поставить. Вторую ногу подальше, но не так далеко. Вот, да. И спокойно идем. Ковыляем, ковыляем спокойно. Зашагнули, шагнули. Не бой, это не страшно. Вы и так сейчас, когда ногу поднимаете, вы едете, вы уже едете. Здесь главное, осанка прямо, зашагнул, шагнул. Ехать не надо никуда. Просто, да, идем, идем, идем. Вот как на велосипеде, когда нам надо тронуться, мы толкаемся, да? Прежде чем педали начать крутить. Да, сейчас можно зашагнуть и ногу составить обратно. Сейчас вот та нога, которая у нас шагает, сейчас на следующем шаге она встала на педаль и слезла. Понятно? Вот, и слезла. Все, не страшно. Все, вот так шагаем, шагаем. Не надо стоять на месте. Просто вот мы шагаем, зашагнули. Так понятно, потому что не держим, поэтому и съезжает. Не, надо шагать. Надо, чтобы двигалось колесо. Зашагнули, шагнули. Зашагнули, шагнули. Когда нам надоест, мы начнем ерзать. Понятно? Зашагнем и начнем ерзать. Без спешки. Опять поставьте и составьте. Это же не страшно. Только что. Да, и составьте. Все. И в движении то же самое дело. И еще разок. Да, и составили. Все, не страшно. Только подальше от педали составляем, да? Чтоб педали не получить. Передохнем? Давайте тогда в эту сторону разберем сейчас. Все, не надо пытаться форсировать. Да? Понятно. Понятно, почему она соскальзывает. Потому что мы свободу сюда даем. И как с горки слетаем. Надо завалить колесо. Вот, да, чтобы оно плотно стояло. Хорошо. Ногу подальше от педали держим. На меня смотрим, на меня. Колесо должно на меня ехать, и это. Да. Все, и спокойно зашагнули, и начали спокойно ерзать. Только в движении все это. Отлично, отлично. Да. Только на месте стоять смысла нет. Надо в движении, как на велосипеде. Понятно? Вот та нога, она начинает уже съезжать на педали. Надо ее поставить ровно. Вот, приезжай к колесу. Да, да, да. Все, а эту близко к педали не ставить. Потому что педалью будет очень больно по ноге. И брюки запачкает. Не надо этого делать. Все, шагаем, шагаем. Нам надо, чтобы колесо ехало. А мы на месте прыгаем. Вот, шагаем, как на велосипеде. Прежде чем крутить педали, нам что надо сделать? Пару шагов. Да, да, все, а теперь зашагнули. А почему мы остановились-то? Мы пару раз шагов делаем, как раз чтобы ехать спокойно. Просто движение вперед, да. Мы задаем движение вперед. Не на, не хочется, ногу просто рядом держим. Да, зашагнули, шагнули, зашагнули, шагнули, зашагнули, шагнули. Ничего страшного. Главное, руки в колесо не вставляем, да? Ничего страшного, если оно падает. Вообще ничего страшного. Я его обклеил, поэтому с ним все будет хорошо. Без спешки, без спешки. Зашагнули, шагнули. Если пока не готовы, зашагнули. Вот. А что, что нас испугало? Почему? Чтобы не это самое. Не-не-не, просто составили ногу и все, и остановились. Составили ногу и остановились. Все просто. Нога должна ровненько стоять, да? Что, устойчиво? Да, все. Зашагнули, шагнули. Зашагнули, шагнули. Шагаем, как пират. Зашагнули, шагнули. Все, все нормально, все отлично. Это страх борет. Вот, а теперь можем ерзать. Первые 5 раз не получится ерзать. Да. А на 6-й получится. Без спешки. Не надо спешить. Главное, без эйфории сейчас. Понятно, что дело мы уже, у нас все получается. Но без эйфории, да? Ногу подальше от педали. Вот, синяки нам не нужны. Без спешки, без спешки. Вот сейчас педалью получили, это неприятно. Я не получаю. Все? На, ту педаль надо выпрямить, на которую мы будем зашагивать. Она чуть-чуть подсогнута, подсложена. Когда мы будем ставить ногу на нее, она сложится. Педаль надо разложить. Вот. Все.
Без спешки. Или отдохнем чуть-чуть. Все, нормально. Пару шагов сделали, зашагнули, шагнули. Вот. Только педаль в сторону отставляем ногу, да, чтобы по педали не получить. Да, в сторону отставляем. Ерзаем. Да. На пятый раз получится. Все нормально. Без спешки. Нога неровно встала. Надо переставить. Ничего страшного. Не очень страшно. А чего нас падать заставило? Все. Нормально встали. Все хорошо. Просто составляем ногу. Да? Просто мы уже поехали. Да, не надо наклонять. Прямо. Движение, посыл вперед мы даем вот этими шагами. Ногу держим подальше от педали, да? Педаль опять у нас подсложилась вроде. Педаль здесь не важна. Это просто вот это слезание, если бы пожестче. Все, ерзаем, без спешки, ерзаем. Браво. Молодец. Вот, видишь, не надо вообще падать. Понятно? Может, передохнем? С другой ноги будет не так ловко. Предлагаю передышку. Точно? Я должен заловить. Не, ну уже понял, что поехал. Сейчас, наверное, с другой ноги пытаемся поехать, да? Да. Не надо с другой. Давайте пробуем с той, с которой все хорошо у нас. А потом будем с другой пробовать. Ногу, главное, ногу от педали чуть в сторону, да? Да. Все. И шагаем. Все, одноногий пират. Все. Все хорошо. А почему другую ногу составили? Потому что я наклонился вперед. Я понял, не надо наклоняться, держим ровно. Все, движение вперед, мы зашагиваем. Все. Не надо, без спешки. Ерзаем. Просто ерзаем. Ерзаем, руками крутим. Все хорошо, все отлично. Все блестяще. Все отлично. Отдых. 2 минуты отдых. Какая она? В чем выражается? В чем выражается? В том, что ты толкаешь, и на одной ноге стоишь в начале, и балансом. Вот балансом тела выравниваешь и уже... И начинаешь крутить педали, и уже включается гироскоп, потом, правильно? Да, включаешь все остальное. Но работает вот сначала этот баланс тела. Вот этот момент, надо вот здесь, наверное, выдерживать, потому что в велосипеде ты можешь нагрузку на руки... Там главное на ноги, главное педали, главное раскрутить колесо. И на руках ты все-таки балансируешь за счет рук. А здесь ногами? А здесь надо сразу балансировать телом. Тело, туловище верхнее должно стоять ровно, а в основном работать вот этими движениями. Знать, что любое движение вперед-назад для тебя уже, ты теряешь баланс. Никуда не теряешь. Ты либо ускоряешься, либо тормозишь. Да, но вот ускорение, да, ты должен быть готов к этому ускорению. Да, поэтому не надо гонять пока, не научиться. Вот эти вот движения надо осторожно вначале, просто ровно вертикально держать. Точно, отдохнули? Да, да, все. Конечно. Мы поехали за 15 минут, поэтому можем уже спокойно. Главное, без спешки. Помним, когда мы берем за ручку, у нас колесо отключается. Поэтому, если оно падает, просто хватаем за ручку и все, и оно не раскрутится. От стенки надо отойти. Во-первых, она грязная, во-вторых, она нам помощи никакой не сулит. Без спешки. Выпрямим и просто ковыляем. Так же, как на велосипеде. Надо сделать пару шагов. А теперь ерзаем. Вот нас загибать начинает, а мы ерзать начинаем. А мы забываем ерзать. Все. Убираем ногу из-под него. Как только колесо падает, и мы не успели схватить, отходим от него. Да? Пока оно не выключится. Сейчас ручку отпустили. Вертикально колесо поставили. Все. Чтоб оно поняло, что это вы. А не оно само. Без спешки. Вот нас сейчас скрючило, потому что мы перестали что-то делать. В мою сторону сейчас идем, мою. Без спешки, рядышком идем. Не спеши. Без спешки. Я хочу как на велосипеде. Вот, да, не надо. И выровняться, а надо наоборот. Здесь... Тоже надо толкнуться, но надо ерзать сразу. Да, и держать. Все, надо шагнуть, шагать. Чтобы движение придать, да, надо шагать, да. Зашагнули и спокойно ерзаем, толчок. Спокойно, с медленной скоростью. Толчок, вот. Да, шаговый толчок. Блестяще. Да, зашагнули и ерзаем. Почему нога стоит далеко на педали? Почему мы бояться начинаем? Шагнули. Главное, ногу подальше от педали ставим. Вот сейчас просто что сейчас случилось? Мы встали на край педали. Если мы неловко встали, надо ногу снять и опять поставить. Понятно, да? Да,
чтобы спокойно держать колесо. Без спешки, без спешки. Все, все, зашагнули. Ничего страшного. Пускай, пускай, пускай. Не подходим, не подходим, не подходим. Все хорошо. А теперь берем за ручку, да, и спокойно ставим. Все. Ручку отпускаем вертикально, пока колесо не включится, да, на него не встаем. Мы просто уже чувствуем, что мы все можем. Мы пока учимся, да? Ногу подальше от педали. Главное, подальше от педали, да. И в мою сторону. Без спешки, без спешки. Куда нас выламывает оно? Надо подзавалить его, подзавалить. Да, конечно, оно как конь. А вот когда встанем на него, уже без разницы. Вот, и составили ногу. И опять поставили, и опять составили. Все нормально. Все классно идет. Все без спешки, главное. Без спешки. Без спешки. Поставили и ерзаем, 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 ерзаем. Вот мне надо пить это самое. Нормально, нормально, все хорошо у нас. Переучиваться. Не надо переучиваться, вообще ничего. Все, все отлично. Все отлично, мы уже поехали. Просто надо закрепить. Надо закрепить. Вот сейчас ногу выламывает колесо. Надо подзавалить его чуть-чуть. Вот так, да? Да, 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 конечно. Все, все хорошо, без спешки. Поставили ножку, составили. Поставили, составили. Все, разгоняться не надо. Все, поставили ловко. Ловко поставили и спокойно. И крутим жорой, да. Мотаем попой, да, все, да, да. Крутим, крутим, да, ерзаем, ерзаем. А то нас загибать начинает. Нас клинит. Без спешки, без спешки, не надо разгонять. Ерзаем, 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 ерзаем. Вот, вот, ерзаем, ерзаем. Забыли ерзать. Не-не-не-не-не, забыли, забыли. Пару. Большая амплитуда. Да, совершенно верно, да. Надо амплитуду поменьше. Без спешки. Без спешки, без спешки, без спешки. Неловко поставил, да. Составил сразу, да? Неловко поставил, составил. Ставишь ловко, да? Все. Аккуратно. За ручку хватаем, чтобы не дало по ногам. Можно разворачиваться в обратную сторону, чтобы было, перспектива была. С другой ноги-то будет так... Конечно, потому что не завалили, она выламывает. Все, надо... Да, власть над колесом, все. Все, встали и ерзаем, ерзаем, ерзаем. Ерзаем, ерзаем. Нога опять на краешке болтается. Поставили плоть. Все, ерзаем, ерзаем, ерзаем. Она склинит. Но уже блестяще, уже не уронили колесо. Великолепно. Может, передышку? Нет, это увлекательное занятие. Все, да. Все. Без спешки. И начинаем сразу ерзать. Как поставили, ерзаем. Да, да, блестяще, да. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. А почему остановились? Ага, она сама ничего не делает. Это вы выпрямились. Вы выпрямились? А я когда выпрямился, конечно. А надо ерзать, вот, и ерзать жорой. Да, импульс продолжать. Чуть-чуть только наклонять. Вот мы импульс даем, мы уже наклоняемся, когда едем. Вот пару шагов делаем, мы уже импульс. И ерзаем, 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 ерзаем. А мы останавливаемся. Она сама останавливается. Да, потому что мы отклоняемся назад. Мы боимся и отклоняемся назад. Надо, вот мы пару шагов сделали, мы уже наклонились. Встаем и ерзаем, 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 вот ерзаем, ерзаем. Как только мы обратно выпрямляемся. Потому что ерзать надо, подруливать. Просто подруливаем, без спешки, без спешки. Ерзаем, 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 ерзаем. Куда-то несет, сразу ерзаем. Блестяще, 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 блестяще. Только не стоим на месте. Если стоим, то ногу составляем, понятно? Так вот мы наклоняемся, мы переносим центр тяжести, когда мы несколько раз толкаемся. Понятно? И дальше? Мне непонятно, как мне придать движение вперед. Тогда надо встать возле стеночки, еще раз поерзать вперед-назад. Встанем? Наклониться вперед. Встаем, не надо наклоняться. Только что вдоль стенки. Как мы, разве наклонялись? Не очень. Мы просто ерзали вперед-назад, и все. А вперед-назад? Конечно. А здесь мы... Поехали, поехали. Без спешки, без спешки, без спешки, без спешки. Встали и ерзаем. Встали и ерзаем. Спешать не надо. Можно откалиброваться вдоль стеночки опять. Нет, здесь маневры могу себе позволить. Не надо никаких маневров. Никаких маневров. Понятно? Перейду возможность отрегулировать там. Как давить, чтобы ехать вперед и назад. Без спешки выпрямились. Выпрямили, просто поерзали вперед-назад.
Так, чтобы это до автоматизма дошло, чтобы мы об этом не думали, как сороконожка. Не надо пытаться на месте это делать. Это только клоунам доступно, либо после лет тренировки. Мы обычные люди. Держимся за стенку, ерзаем вперед-назад. Только надо выпрямиться. Выпрямиться! Все, и ерзаем. Надо? Сошли. Ну, потому что близко, наверное, к стенке встали. Надо встать, выпрямиться. И ерзать вперед-назад. Все. Сильно не надо ерзать. И не надо отпускаться от стенки. На месте стоять могут только клоуны. Либо люди после там, усиленных тренировок. Нам не надо на месте стоять. Надо выпрямиться, держаться за стенку и ерзать вперед-назад. Все. А если я вперед? Чего вперед? Как? Чтобы она ехала вперед. Так вот, пожалуйста, вдоль стенки пройдитесь. Вы и так команду даете. Мозг дает команду. Мы его сейчас учим, обучаем. Вот ерзанием вдоль стены мы обучаем его. Вот сейчас мозг, помимо нас, знает, что надо сделать, чтобы вперед ехать и чтобы назад. Но для этого надо ерзать. Он знает, когда я давлю на склон, тогда он идет вперед. Ну отлично, вот когда мы ерзаем сейчас, мы можем проконтролировать, вперед или назад? Встали вдоль стенки и просто ерзаем. Уперли ногу, уперли, чтобы она не выламывала нам, да? И ерзаем просто, да. Выпрямились. Ерзаем. Не надо сильно ерзать. Просто на месте. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Да не надо понимать, не надо. Мозг сам поймет. Мы его учим. Это как ложкой ко рту, понятно? Все, это как ложкой ко рту. Все, ерзаем. Ездить бесполезно. Сразу говорю, вдоль стенки ездить бесполезно. Ерзаем. Абсолютно бесполезно. У меня люди по несколько месяцев ездят, и они не могут поехать на колесе. Ерзаем на месте. Все, ерзали. Теперь да, зашагиваем. Все, зашагиваем. А что нас заставило уронить колесо? Просто. Ну как пират. Ногу согнули, без спешки. Да, без спешки. Поставили ногу неловко, составили тут же, хорошо? Все, у нас без спешки, да, составили. Разгоняться не надо, куда мы погнали? Все, ерзаем. Нас клинит, мы начинаем ерзать. Понятно? Не надо ничего усиливать, надо ерзать, чтобы не упасть. Если мы усилим, мы въедем в этот забор. Ерзаем, не стоим на месте, ерзаем. Руками машем. Да, чем угодно. Но главное ерзать ногами, это я ж так. Ерзаем, вправо-влево, микродвижение. У нас же до этого все великолепно получалось. Что за ерунда? Устали, наверное. Без спешки. Нога стоит ловко, колесо держит, другая нога подальше от педали. Подальше от педали, да. Зашагнули и поерзали. Опять неловко встали, составили. Зашагнули, поерзали. Мы уже поехали, а сейчас какие-то вот у нас в голове опять какая-то ерунда. Просто слушаем команды и все. Без спешки. Да, зашагнули, ерзаем. Сразу начинаем. Зажали колесо и ерзаем на месте. Жик-ж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 ик. Браво. Мы круг целый сделали. Ну, только ерзаем. Шагаем. Люди раньше неделями тренировали, чтобы на колесо встать. Жик-ж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 ик. А нас клинит, потому что мы, блин, что такое? Я вот когда ерзал, я останавливаюсь. Все, ерзаем, пофиг, пару раз остановитесь, дальше. Да, все и есть, все, отлично, блестяще, великолепно, замечательно, все, блестяще. Ногу составили, если надо остановиться, понятно? Все. Не страшно, классно, поехали, все. Здорово. Ничего в голове, никаких. Здесь не просто ерзать, а здесь смысл какой, это слава. То есть ты когда вот идешь, да, потом толкаешь и вперед идешь. То есть все. Здесь слаломист. Так, мы уходим сейчас в конспирологию. Нет, мы... Движения очень маленькие. Нет, да, я согласен, похоже, здорово, да. Потому что мы не просто в стороны движем, а мы даже вперед, вот эти движения. Блестяще. Блестяще. Вот определение. Блестяще. Тогда понятно. Все, блестяще. Расслабились, все. И блестяще. Ну,
Все, блестящий, блестящий, молодец, блестящий, без пешки, надо остановиться, выпрямился, ногу составил, блестящий, блестящий, все, рано или поздно нам надоест крутиться, и мы спокойно будем ехать, понятно? Все, без пешки, надо составить, надо сейчас, выпрямились, ногу составили, выпрямились, вот, все, мы научились останавливаться, великолепно, великолепно. Так она уже уложилась. Уже уложилась. Мы уже великолепно едем. Может, передохнем? Без спешки. Без спешки. Без спешки. Ёрзаем. Да, да, да. Блестяще. Без спешки. Да. Нас загибает, а мы опять. Да, слава. Великолепно. Ну, упа. Это потому, что наш мозг дает команду. Остановись. Без спешки, да. Без спешки, ноги ровно поставили. Да, без спешки. Куда разогнались? Без спешки, не надо разгоняться. Все. Ну, тогда жопу выпрямили. Вот, все, да. Без спешки, без... А, гнать не надо. Гнать не надо. Без спешки, без спешки. Без спешки. Без спешки, без спешки. Я поздравляю. Я поздравляю, блестяще. Да, 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 великолепно. Ёрзаем жоры, и все у нас великолепно выходит, да. Без спешки, разгоняться не надо. Так, ну-ка выпрямились. Без спешки, без спешки. Куда погнали сразу? Это уже эйфория начинается. Нет, за счет чего я погнал? Потому что хочется еще побыстрее. Нет, потому что я наклонился. Да, конечно. Так я говорю, надо выпрямиться, если бы разгоняешься. Вот. Без спешки, без спешки, без спешки. Опять погнал? Все, расслабились. Расслабились, все, все спокойно уже. Жорой можно ерзать поменьше, уже спокойно едем. Уже спокойно едем. Блестяще, великолепно. Сейчас поедем вокруг района прокатимся. Без спешки, без спешки. Без спешки. Все, класс, передышка, передышка. Что нужно улучшить в обучении? Значит, при начале движения толчок, как при велосипеде. Но... При велосипеде ты заваливаешься в левую сторону, да, вот ты с правой ногой. Uh-huh. А здесь ты должен немножко заваливать, ну, uh-huh. колено в ту сторону, где ты ногу ставишь. Ну, так основное, что? Да, что? Да, да, для того, чтобы вот это держать, потом баланс ровный. А то, что я говорю, просто ерзать надо, это нет? Ерзать, да, но надо его ерзать, как и при движении. Если ты стоишь на месте, ерзаешь, нет, конечно, ты конечно, конечно, конечно. А здесь движение ерзания, это как у слаломиста. Да. Движение вперед, и как бы если тебя заваливает, значит поворачиваешь в другую сторону. Да, да, и, да. Но да, при этом четко. Двигаешься вперед. Все четко, да. Вперед, понимаете? Или назад, потом уже задним ходом. А для этого надо владеть скоростью, то есть... Ты не стоишь, а ты как бы двигаешься вперед, а это значит еще и баланс туловища вперед должно быть, наклон. Но не очень сильный, иначе ты скорость увеличишь. Значит, направить тело немножко вперед, нашего рук нету. И вот это вот движение слона.